Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Питер Жан, и сегодня мы продолжаем играть в The Forest. В прошлой серии мы построили мини такой лагерек, но мы его еще не достроили. Чё так, да? Зайдем в инструкцию по выживанию. Вторая ступень — это построить огонь. Поставим его где-нибудь тут. Так, остальное нам нужны палки. Нужны палочки. Я так сейчас заметил то, что около нас дом аборигенов. Хочется есть, нам хочется есть, черт возьми. А у нас есть шоколадки? У нас есть последняя шоколадка, ну ладно. Потом еще добудем еду. У нас еще есть что поесть. Палочки, кстати. Так, откроем. Шоколадка, кстати, еще одна четка. Открыто. А можно как-то убрать зажигалку? Отлично. Так, что это у нас? Тоже. Ага, нам нужна последняя палочка. Последняя палочка. Какая-то одежда. Какие-то тут все, у всех одежда какая-то бомжатская. Ну что, я не знаю. И палочка последняя. Все. Собираем. В списке дел добавлен новый пункт. Что теперь за пункт? Пункт. Найти и приготовить еду. Разбить лагерь, мы же уже сделали это. Статистика. Все хорошо, сытость. Короче, у нас очень все хорошо. Но нам нужна еда. Нам нужно найти еду. А еще нам нужен панцирь. Блин. Ладно, давайте пока сломаем все ящики, потом выполним этот пункт. Мне просто интересно, что тут можно вообще найти? Что тут, как тут и почему тут? Сколько тут ящиков? Ну, ящиков я уже понял, то, что тут миллион. И их можно открывать бесконечно, но... Блин. О, знаете, что я вспомнил? То, что иногда восстанавливается еда в самолете. Да, она возрождается, эта еда. Как бы это странно ни звучало, она возрождается. И я помню то, что вроде как раньше можно было, когда я играл. Можно было... забрать этот костюм, если я не ошибаюсь. Да. Так, ладно. У нас тут всякие таблеточки. Восстанавливается все время, их все больше. Очень много таблеточек. Ну, на всякий случай, там энергетики, всякие шоколадочки. Это, кстати, хорошо, это мне очень понадобится. Выпивка, еда. Очень много выпивки. Не знаю зачем, ну ладно. Давайте откроем ящики, нашел. Это из разных стран, слышите? Да, блин. Вот. Батарейки. Воу. Я помню, то, что нам нужны монетки, чтобы сделать С4.
А зачем она нам нужна? Я не знаю. И еще немного всячины. Так у нас так и нету еды. Нам нужна еда. У нас нету еды, нам нужна еда. Там есть теплый источник. Кстати, что это за такая, блин, штука? Просто ручей с нормальной водичкой такой. Блин, теперь отсюда не уйти. Листья. Скучно, пока что скучно в этой игрушке. Но нам нужна еда. А я, мои дорогие друзья, не вижу еду. Что, черт возьми? Еда. Тихо. Кто-то меня видит. Кашин побежал далеко и надолго. Так, смотри-ка. У нас есть черепок, Филиппок. Думаю, они будут не против. Я знаю то, что если сломать их сооружение, то по сути они должны за мной охотиться. Но это не точно. И, кстати, почему у меня не отображается дом? Что, черт возьми, сейчас это было? Это ветерок такой, вы хотите сказать? Это называется ветерок в The Forest? Ясно. Понятно. Еду мы так и не нашли. Но зато мы можем зайти в крафт. И сделать, вроде как, если сделать вот так вот. Вот так вот, то получится моя любимая палка. Она очень сильная. Не уверен, правда. Блин. Не уверен, правда, можно ли ей рубить дрова. Нет, походу нет. Тогда, вероятнее всего, можно взять камень. Да, палку и веревку. А где палки? Там. О, палка. Давайте создадим, говорят, что это самое сильное оружие в этой игре. Таким образом, и таким. Вот это жесткое оружие. Оно и топор, оно и дерево ломает очень быстро. Но сейчас на это посмотрим. Банк, банк, банк. Да, слушай, это намного быстрее. Бам. Четыре бревна, неплохо. Давайте тогда их возьмем и куда-нибудь поближе к нашему дому отнесем. Вот сюда куда-нибудь. Отлично.
Где те бревна? Они уже укатываются. Ну ладно. Последнее бревно где-то там было. Возьмем. И я хочу построить хату, большую хату. Самую большую, которая здесь есть, по сути. Не помню. Так, а нам опять хочется есть. Да этот челик скоро будет жирным, я это чувствую. Уж больно сильно он ест. Много. Ладно. Зайдем в крафтинг, пока наши бревна не укатились. Посмотрим, что там у нас насчет домов. Я хочу построить дом, по сути. Что там такое? Всякие ягоды. Но нам нужен дом на дереве. Свои постройки 2. Прорезка, беседка. Ну, давайте прорезку поставим. Она, по сути, у нас дом на дереве, да? По сути. Куда ее можно впихнуть? А, то есть ее можно присобачить к дому. Пирожки. Я понял, но это бесполезно. Свои постройки. Деревянный. Дом на дереве, вот. Альпийский шалаш или дом на дереве? Альпийский шалаш или дом на дереве? Платформа на дереве, дом на дереве, деревянный мост. Ага, одна веревочка. Ну, давайте соберем кейдж. Дом на дереве? А можно там чуть-чуть повыше? А какие деревья вообще нужны-то, блин? Я хочу построить на вот этом дереве. Черт возьми, дайте мне построить дом на вот этом дереве. Оно мне очень нравится. Я не буду строить... Да, блин, мне нужно хотя бы на вот этом. Ладно. 35 бревен. Бревен. Это, блин, это жестко. 5 летает ящики. Мне это бесит. Ну хорошо, сейчас соберем. А еще у нас нет веревочек. Мы побежали тогда у наших соседей, возьмем веревочку. Я думаю, они будут не против, да? Если мы у них возьмем всего лишь одну веревочку. Где у вас тут есть веревочки-то? Не то. У наших соседей точно есть веревочки, я это знаю. А это для нас место? Ну ладно, тогда goodbye. Отлично, теперь мы бежим обратно. Нам нужна еда. Собственно, где мы ее возьмем? А, у нас же есть куча энергетиков. Давайте сейчас добежим. Повесим. Возьмем эти бревна. Да блин, что тут слетает? Либо это так респавнится ящички, либо у меня что-то не так с миром. Черт возьми. Но тут есть один ящичек. Давайте мы его разломаем. У нас тут есть, кстати, как раз-таки выпивка. То, что нам нужно. Энергетика или выпивка? Конечно же, энергетика. Блин, он нам вообще много восполнил. И давайте еще тогда... Они, по сути, нам должны были восстановить... Ну, ладно. Так, Чё, у нас творили так много камней? А. Угу. Ладно, окей, пока у нас дом будет тут. Но потом мы его переделаем и уберем эти два вообще. Потому что это настолько бесполезно, насколько это возможно. Давайте поставим.
сюда наше бревно. Так, мне нужно, чтобы она упала в ту сторону. Так. Вот, блин, не туда. Ладно, побежали, быстренько построим. Чё, всё? Там больше нет, да, я так понимаю. Ладно. Нам осталось ещё куча брёвен. Кстати, ещё ни разу не встретил аборигенов. Странно. Кстати, я знаю то, что если наше бревно упадет на дом, то нашему дому типа кранты, когда я играл во всяком случае на старой версии, я думаю. То, что это не пофиксили. Воу! Сколько бревен? Еще бревна. Еще бревно. Еще бревно. У нас уже 12 бревен. Опять что-то летает. Я так понимаю, нужно примерно вот по такой траектории ломать дерево, чтобы оно упало рядом с домом, чтобы было удобно его строить. Кстати, нужно будет потом это сделать специальную штучку для бревен, чтобы их было удобно таскать из стороны в... Блин. Из стороны в сторону. Черт, я потерял бревно, еще одно. Тут все так сливается, что, блин, сложно что-то найти вообще. Ну, я думаю, больше, чем бревен нам и не надо. Я думаю, за эту серию мы сможем даже успеть построить это творение. Вот где-то под вот под такой траекторией. Древесный сок. Собственно, он нам не нужен. Не-не-не-не-не-не-не, только не на наш дом. Воу. Походу, тут нет такой фигзики. Так, там еще одно бревно. Окей. Блин, слушайте, 21 бревно, нам осталось еще 14 бревен. Но нам нужно, получается, в списочке дел найти еду. И, кстати, наступает ночь. Мне кажется, надо будет дождаться ее. И... надеяться на то, что нас не сожрут аборигены. У нас еды уже очень мало. Ну, половинка. Но у нас, в принципе... В смысле? У нас больше нет шоколадок? Какого? У нас же были шоколадки. Неужели мне придется есть ядовитые... Блин, это было ядовитое, походу. Я надеюсь, что не сдохнет. Можно как-то забраться или что? А, так, у нас тут в автобусе же, блин, в самолете регенерируется энергетика и все такое. Конечно, это, блин, обидно, то, что они так сделали, потому что это нечестно, по сути. Если у тебя нет еды, то как бы просто жди, пока регенерируется. А можете отсюда улететь, пожалуйста? Короче, эти птички, они на деревья летят. А я вам тут не дуб. Вот это вот дубы. Летите на них. Ладно, сломаем пока что последние ящички. Я думаю, они тут регенерируются. Поэтому их не жалко. Ну, хотя, смотря на то, как они летят, я не удивлен, что они регенерируются. Бабки, бабки, бабки. Блин, нам нужны монетки именно.
Нам нужна мелочь. Ладно. Где наш дом? Я потеря... 14 бревен нам осталось. Ждем, пока наступит ночь. Тогда переночуем и... Он куда-то туда пошел. Короче, он куда-то тупикает все время. Слушайте, а мне страшно. Тут вроде страшно. Пошли ковать сюда. Я пошел в свой домик. Потому что мне тут врели страшно. Кстати, у нас есть еда, нам нужна еда. Опять шоколадку, что ли, есть? Ладно. По сути, просто вдумайтесь, сколько я им сломал вообще этих домов. И они, по сути, должны... нас уже... убить. Цвета хаки. Всякие футболка с волками, джинсы. Синие джинсы, серая футболка, белая футболка и камуфляжные джинсы. Кстати, вот этот прикольный комплект, ну ладно. Скоро будет ночь. Посмотрим, пока что, что тут у нас. Я хочу обустроить наш дом. И потом, может, даже переставить его. Но мне, знаете, что нужно? Энергетик тупо около меня заспавнился четко. Мне нужно сейчас будет, мне кажется, потом переделать вот эту вот штуку и переместить ее куда-нибудь вот туда, поближе к борту. Но рано или поздно нам придется тут путешествовать, потому что Тимми находится. Точно не помню, но вроде, когда я смотрел видео и смотрел год назад или два, то они вроде были как раз таки в той яме, как это называется тут, Коростовская воронка, кажись, там и находится, собственно, сам Тимми. Нам нужно найти тогда вход, и нам нужен корабль. Можно я переночую тут? Слот 2. И... Четко. Можно я теперь переночую тут? Четко. День деньской и ни одного аборигена. Это очень подозрительно, потому что я помню то, что когда я играл... У нас стоит нормальный режим, между прочим, да? Там бывают такие места, где аборигены вообще не ходят. То есть они там никогда не ходят, ничего не делают. Давайте поедим тут немного с автобусом. Энергетик, выпьем. Отлично. Давайте достроим наш дом. Бывают такие места там, где аборигенов совершенно нету. И играть достаточно скучно. И я надеюсь, то, что это не одно из тех мест. Потому что тогда смысл играть я не знаю. Но нам все равно придется путешествовать, поэтому аборигенов мне уж поверьте, мы встретим в любом случае. Тут ночь, очково очень. Ходить вообще. Не то слово играть. И раз бревно, два бревна. И последнее бревно. Так, нам нужно еще 9 бревен, это, в принципе, 2 дерева. Даже 3 максимум. 3 бревна максимум. Ой, 3 дерева. 3 бревна. Походу, я скоро сам превращусь в бревно. И бам. Раз, два. Все,
бревен, больше нет, четко. По моим расчетам, нам нужно еще 5 бревен, а это где-то 2 дерева. Да, ровно 2 дерева нам еще нужно. Даже у нас будет еще останется немного. Так. Бам. 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 Конечно, внутри текстуры бревна очень, блин, размытая, это обидно. Блин. Ладно. Главное, что около нас хотя бы бревно упало. Раз. Два. Последнее, черт возьми, бревно нам осталось. Мы достроим эту постройку. А это подвиг жесткий. У нас нет энергии. Черт. Ну давайте выпьем энергетик. Чё, энергия появилась? Блин, зачем я это использую? Блин, энергетик это же редкая штука. Зачем я это использую? Ладно. Ничего себе, бревно было далеко. Но факт остается фактом, что мы построили. А как туда забираться? Ярик, как забраться? Погодите. А, все было у нас так легко. Слушайте, а тут уютненько. Погодите, а тут нельзя ночевать? Что? Черт возьми. Тут нельзя ночевать. А, можно? Можно. Фух. Блин, я уже думала, что зачем мне это построил вообще. Так, давайте съедим. Это съедобно? Ладно, не важно. Тогда поехали в наш автобус. Ну, там можно вроде построить еще пристройку. Да, блин, хватит летать. Я не понимаю, что происходит вообще в этом мире. Этот дом нам нужен, кстати, нужен. Чё там у нас с похавчиком? Всё есть. Шаурма. Ну, я думаю, на этом можно окончить нашу серию. Ладно, пока что давайте не будем оканчивать. Мне нужно посмотреть, что еще там можно собрать. Что еще можно сделать. Пристроечка, всякие домики. Ну, вот типа вот что-то такого. Только, блин, свои постройки, деревянный мост. Альпийская веревка. Зачем? Слушайте, мне нравится подъемник, очень штука. Мне, блин, это очень нравится. Типа лифта, да? Но смысл? Мы же так можем подниматься, как бы. Можно построить трос на опорах. Блин. Начиная как бы оттуда, заканчивая до какого-то там дерева или чего-то там. А можно его построить прямо в доме? Мне просто интересно. Если да, то это прикольная штука. Нет, нельзя. Но можно построить, получается, на дереве там есть. Там есть опора на деревьях. А можно прямо вот тут построить или нет? Также нельзя. Тогда смысл от нее я не знаю. Что можно построить? Я знаю то, что тут есть пристройка. Получается, вот она. Даже нет, это не прорезок. Или прорезок, это не вроде не прорезок. Пол. Ладно, давайте тогда посмотрим, где то, что мне нужно. Для сушилки шкур. Вот, сани для дровов. Держатель для дровов.
Давайте соберем сани для дров. Оу. Даже нет кровотечения. Походу, нет, не настолько реалистичный. Ой, ветки, как я их ненавижу. У меня веток в последнее время вообще нет. В моей местности веток вообще нет. Мне знаете, что интересно? Пошли-ка вы-ка. Они, кажется, теперь знают, где мы. Поэтому давайте окончим эту серию. Я аж это, вспотел, блин. Вы же видели, да? Только попробуйте сюда забраться. Я вас уничтожу. Фух, это, конечно, блин, плотненько. Через окошечко. Лукошечко мое. Я надеюсь, они не умеют забираться. Я надеюсь, они тупые. Если они, черт возьми, в этой серии эволюционируют и смогут забираться на веревочке, это будет что-то. Две птички. Птички. Короче, ладно, давайте я подберу перышко и окончу серию. Пока что на этом все. Что за хаос происходит в моем доме? Хаос в хаосе. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был... Черт возьми, мне страшно. Питержан. На этом все. Всем удачи, всем пока.